Двойной теракт в Йемене. В результате двух взрывов в городе Аден погибли как минимум 14 человек, и еще полсотни были ранены. По данным местной полиции, взорвались напичканные взрывчаткой автомобили, за рулем на которых находились смертники. Главной целью этого нападения был лагерь антитеррористических сил в юго-западной части города. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламское государство».